И еще из этой линейки есть флюид. В чем же отличие от крема? В том, что он более легкой текстуры, и его можно уже использовать для нормальной комбинированной, ну, то есть как бы комбинированной жирной кожи, скажем так. Ну, то есть чутка полегче текстуры, текстура флюида. И еще, когда я говорила про то, что в нем содержится антивозрастной компонент ретинол, который нельзя, да, в период беременности наносить на кожу, скажем, да, косметику с этим, то мы всегда понимаем, что если мы защищаем кожу от уже от голубого излучения, конечно, мы должны беречься и от солнечного излучения, а тем более, если мы используем косметику с ретинолом. Поэтому тут-то в составе дневных вот крема, сыворотки и флюида есть физический фильтр, который будет защищать нашу кожу еще от солнечного излучения, но дополнительная SPF защита все равно не помешает.